В Бердском ЗАГСе супруги Сериковы сыграли золотую свадьбу. Молодожены со стажем поделились секретом семейного счастья с нашей съемочной группой. Прошу вас, наденьте кольцо своей любимой супруги. Вот эту кольцо. Прошу вас, Галина Игнатьевна, наденьте кольцо своему супругу. Ну, похлопайте, люди. Сегодня Галина и Анатолий Сериковы снова, как и 50 лет назад, дали торжественное согласие идти по жизни вместе и обменялись обручальными кольцами. А познакомились будущие супруги в далеком 1966 году. Анатолий служил в армии, где и увидел фотографию сестры армейского друга. В первую же побывку Анатолий приехал к Галине. Будущий тесть одобрил выбор дочери. Лучше жениха не найти. Но судьба распорядилась иначе. Только пройдя испытание разлукой, влюбленные смогли быть снова вместе и уже больше никогда не расставаться. Вместе трудились на железной дороге и рука об руку шли по жизни. Ну, самый, я считаю, главный в жизни семейной, чтобы между мужем и женой было взаимопонимание. Терпение, во-первых, потому что у каждого свой индивидуальный характер. Эту житейскую мудрость супруги передают своим трем детям, четверым внукам и правнуку. Многому научились и доброте, и честности, потому что все-таки ложь в браке – это не есть хорошее качество, которое чаще всего приводит к большим неприятностям и даже, может быть, к разрыву. Поэтому лучше всегда говорить правду, даже если она не очень приятная. У каждой семейной пары своя неповторимая история. Супруги Сериковы рассказывают, что 50 лет пролетели незаметно. Жили дружно и весело, ходили в театр, встречали праздники, ездили в гости. Как и у всех, были свои радости и горести, но золотые молодожены всегда поддерживали друг друга словом и делом.